В турнире принимают участие как мастера спорта, так и обладатели взрослых и юношеских разрядов. Дарья Калюжная приехала из Армавира. Занимается теннисом уже 7-й год. В августе она стала победителем городского соревнования и теперь надеется на победу в Сочи. Мне еще надо квал пройти, я еще не в основной сетке. Ну, соперники сложные, конечно. Но я думаю, я смогу выиграть этот турнир. Отбор в финал ведется по количеству набранных очков, которые начисляются за каждую победу и вписываются в рейтинговую таблицу. Чтобы сразиться за Кубок губернатора, теннисистам необходимо пройти 5 кругов с наименьшим количеством поражений. У младшей возрастной категории идут квалификационные игры. Ребятам надо выиграть как минимум 2 матча, чтобы попасть в основную сетку. По взрослым идут уже основные матчи основного турнира. Ребята борются за выход в финал. Финальные поединки состоятся 20 сентября. Тогда же будут подведены итоги турнира. Победители и призеры получат заслуженные кубки и медали. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.